бросает! И в воротах оказывается Денисенко, а не шайба. А ты говоришь, что Свитов в зону, ну, теоретически может войти, но вообще-то должны этим заниматься другие. Расмуссен! Гол! Расмуссен выводит свою команду вперед. Да, и самое пора сказать, не забиваешь ты, не забиваешь ты, не забивай тебе. Но там-то не было такого момента, что можно было там бросить, да, и забить или отдать передачу. Именно такая трудовая атака получилась у Локомотива. Я бы ее, именно с нее начал обсуждение вот этой шайбы, потому что затянул себя. Там и Полунин пошел, Денисенко упал здесь. И с разворота тоже неточная передача на Полунина. Да и Полунин тоже запутался сам в своих. И Богдан Потехин своей активностью, то, что обычно он в последний момент и делает, тут не стал он как-то продлевать дальше, поскольку очень опасная атака получилась. Но и Расмуссен один остался, одинешенек. Зверь! Именно против Локомотива. Проводит какие-то потрясающие матчи. 21 очко набирает.